Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 3 августа, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Виктора. Это имя имеет латинское происхождение и переводится как «победитель». Небесным покровителем его является мученик Виктор Марсельский. В III веке от Рождества Христова среди офицеров римской армии служил и Виктор. Мужчина одобрял последователей Христа и храбро призывал исповедовать истинную веру. Однажды, когда армия получала очередное задание по избиению христиан, святой Виктор осудил служение идолам перед префектом легиона. Озлобленные воины тут же принялись избивать несогласного, поняв, что он христианин. После долгого избиения Виктора бросили в темницу. Десятки дней и ночей провел он там, почти не получая пищи и воды. Однажды ночью святой почувствовал приближение смерти и так испугался, что с пламенной молитвой обратился ко Господу. Тут же яркий луч небесного света пронзил мученика, и в нем как будто заново зародилась жизнь. Новые силы позволили Виктору обратить ко Христу 3 солдат, сидевших с ним в темнице, которых вскоре казнили за исповедание истинной веры. А позже и сам святой мученик Виктор принял страшную мученическую смерть. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Ивана, Иоанна, Ануфрия, Петра и Романа. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!